проблема, она, я не зря начал выступление с того, что точная застройка дошла до города Бирска. Конечно, она волнует всех жителей города Бирска. Тем не менее, я думаю, что все-таки основная проблема была в слабой такой коммуникации между жителями, между администрацией. Сегодня вы уже сами слышали, что многие вопросы, ответы многие сегодня получили уже прям в ходе встречи. Я думаю, что сейчас эта рабочая группа, о которой договорились, пойдут все-таки двумя путями. И если надо, это через суды, если значит, смогут договориться с застройщиком на какой-то компромисс. Но тем не менее, я все-таки отметил, что частная собственность, мы должны уважать это. И я думаю, только находить какой-то компромисс, и суды, это уже ну, такие крайние меры, тем не менее, все-таки я думаю, что глава города возглавит это дело и найдут пути решения.